Всем привет, мои дорогие друзья! Возвращаемся в FIFA Manager 17. Продолжаем бороться за первое место в зоне Московской области. А это второй дивизион. Да, и у нас были громкие победы. С большим отрывом. Но крайний матч мы сыграли вроде как, если я не ошибаюсь, со счетом 3-1. Сейчас проверю. Нет, 2-0. 2-0 мы сыграли, уже не так разгромно было, как 7-0 с Витязем из Подольска. Но, тем не менее, сразу же переходим к матчу. Нам будет противостоять Долгопруды. Футбольный клуб Долгопруды. Поехали. Что мы скажем нашей команде? Мы скажем, мы должны, по крайней мере, сыграть ничью. Нет, я не буду рисковать очками. Покажите просто все, на что вы способны. Наконец-таки загрузился у нас матч. Я, кстати, пока сидел, ждал загрузку, подумал, что как-то я неправильно сделал, что не посмотрел состав. Надо было какую-то ротацию провести, что ли. Ладно, тем не менее, нас вернули на поле. Да, напомню, что в предыдущие два матча мне... Меня выгнали, да, и я получил дисквалификацию на два матча тогда, и не мог руководить, ничего не мог даже подсказать своим игрокам, даже замену не мог во время матча сделать. Что уж тут говорить, давай вперед, 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 Шабанов! Один из лучших бомбандиров моей команды, да и вообще, наверное, всей лиги. Бабошин. Ну, пока так играют. Нападение часто теряет мяч. Обводки никакой нет. А Шабанов! Гол! Гол! Сережа молодец! Третье место. Чистое третье место, между прочим. Всего лишь два очка отделяет от второго и первого. Магуров. Все еще у Долгопрудова мяч. Футбольного клуба. Молодцы, молодцы. Защита отлично играет. Шабанов. Вперед, 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 Савушка. Шабанов. На Савушку. Вперед. Блин, можно было же быстрее бежать, а? Кстати говоря, я там в прошлом выпуске сделал... предложение многим игрокам. Надо будет посмотреть, как они там оценили ли, перейдут ли в наш клуб. Знамя. Ногинск. Раздражен судья, но пока нас даже не думает выгонять, и это хорошо. Так, сейчас... Выбей мяч. Блин, выбить мяч. Молодцы. Блин, сейчас сам сделал оплошность. Не надо было им подсказывать такое. И штрафной. Молодец, молодец. Федоров. Кстати говоря, я до сих пор не поменял вратаря. Это Федоров у нас. Да, 18 лет. То есть еще с прошлого матча. Ну, надо было посмотреть мне для начала. Я как-то на состав глянул и все. И подумал, а и так пойдет. Забыл, что надо было ротацию сделать небольшую. Чемагин. Америн. Шабанов. Савушка. Блин. Ну, там было нарушение правил. И, ну, стандарты, ребята. Ну, надо как-то отрабатывать стандарты. Вообще не идут стандарты. Быстров. Савушка. Блин, надо было обводку сделать.
Обводи, обводи. Молодчинка, Шабанов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Надо замену делать срочно. Так, а как там делать замену? А вот как делать заменку. Ну, оказывается, надо было нажимать на вот этот поп-пас. И, собственно, вот замена. Так, давайте Шабанова сразу заменим на Жахарова, да? Все, в принципе. Вперед. Ну, защита вообще хорошо играет, мне нравится. Нападение не хватает мастерства. Не хватает, ну не то чтобы мастерства, нет, неправильно я сказал даже. Не хватает дриблинга нападению, очень не хватает дриблинга. И какой-то такой умной передачи. То есть выбор позиции хромает и дриблинг в нападении. Передачи-то хорошие на самом деле, просто выбор позиции у получающего не очень хороший. Ну, это на мой взгляд. Потому что передачи-то в первую очередь раздают полузащита, а полузащита, в принципе, нормально справляется, хоть и есть огрехи. Галдуков. Так, аут в пользу Долгопрудова. Вот, что я говорю, защита хорошо отрабатывает. Хоть там и молодые сейчас, и резервисты, между прочим, играют, но... Тем не менее, неплохо, неплохо, мне нравится. Федоров. Так, Малышев. Быстров. Савушка, давай, давай, Савушка, Савушка, ну, блин! Можно было бы чуть быстрее. Скорости не хватает Савушки. Вот на правом фланге не хватает скорости. Ну, неважно даже, кто там был бы, скорости не хватает. Потому что здесь игроки оппонента чуть быстрее. Молодец, Жахаров. Кстати говоря, вот который вышел на замену, заменил Шабанова. Жахаров. Быстров. Пархоменко, вперед! Вперед! Блин, можно было вперед идти, а не бить. Ну я же нажал, вперед идти надо было. Даже обводить. Точно, надо обводить. Пусть учатся. Тут совсем дриблинг не применяют. Федоров, Фамелин, молодцы. Молодцы. Центр защиты вообще меня, конечно, удивляет и здорово удивляет. Ну, с хорошей точки зрения удивляет меня. Ревашвили. И у нас перерывчик. Давайте посмотрим, что кому сказать. Это как мы себе представляли. Давайте поднажмем на втором тайме, выиграем этот матч. Просто играйте, как мы тренировали. Да, вот пусть будет тут лучше так. Не будем тратить очки. Так, и давайте поговорим. Давайте похвалим игроков. Помощник. Блин, а тут же можно было как-то... Я в прошлый раз делал уже. Ну ладно. Замены. Замены. Давайте Малышева заменим. У него вообще энергия упала. И заменим его, конечно же, на Бычкова. На Бычкова заменяем. И, наверное, Савушку, потому что физика у него, конечно, хромает. И энергия уже тоже оставляет желать лучшего. Поменяем мы его на... А на кого поменяем? У нас тут некого даже заменять. Ну ладно, Комкова. Он хоть и опорник, но... Я надеюсь, что сыграет на фланге. Хотя, давайте лучше вот так вот сделаем. Быстрого на фланг. Или Чемагина, наверное.
или Пархоменко. Вот, Пархоменко пусть будет на правом фланге. Комков будет в центре полузащиты. И Чемагин атакующий. Бабошин. Так, давайте. Выкрики, выкрики. Обводи. Обводи. Молодчинка, обводи. Блин. Теряет терпение арбитр. Ну, молодец, хотя бы опыт какой-то получил, да? Хоть он такой опыт со стороны выглядит незначительным, но тем не менее он попытался. И это уже радует. А то вообще дриблинг не применяли практически. Вперед. Бычков, Бычков, ну не зря ж я тебя поменял. Вот, молодцы. Бей. Ай, блин. Ну это моя вина. На самом деле, конечно, здесь бить не надо было. Я нажал чисто вот, понимая, что команда здесь, видимо, отдаются с задержкой. Я говорю вперед, он бьет. Ну, как-то так. Ладно, тем не менее, хоть есть этот функционал, и это здорово. Жахаров! Жахаров, блин, он должен был же забить, а ну... Все-таки. Кстати говоря, хорошая новость. У Квант Абинск... потери очков, я так понимаю. И мы будем отставать от второго места всего лишь на одно очко. Зато от Олимпика Мтищи будем на 4 очка отставать. Ну, если, конечно, выиграем матч. Но я надеюсь, что должны это сделать. Обводи. Блин, ну вот сейчас я нажал. Обводи. Обводи. Ну, с дальней дистанции не забьешь. Ну, не хватает тебе еще такого навыка. Тем более, что чуть бы не первый матч играешь в основе. Вот, вот, молодчинка. Только не надо было сейчас, блин, с дальней дистанции бить. Надо было подойти поближе к штрафной хотя бы. Ну, блин, это слишком большая дистанция. Ты же не Роберто Карлос все-таки. Вот, Федоров, Федоров, молодчинка. Ну, следующий матч не Федоров будет играть, в любом случае. Потому что там есть основной вратарь. Я, честно, забыл фамилию. Как там его фамилия-то? А, он вообще даже в резерве сидит. Так, давайте еще одну замену сделаем. У нас Режишвили совсем уже потух. И выпустим Зарубина. Хотя и Пархоменко тоже уже, ну... Пархоменко более ключевой игрок, и... заменять его в таком матче при счете 1-0, я думаю, будет... не столь оправданно. Пархоменко. Обводи. Вводи, вводи, вводи. Ты же можешь. Вот. Молодец, бей. Блин, ну как так? Ой, блин, ну команда-то хорошо играет. Но моменты, конечно, не все реализовывают. Даже не знаю, кто виноват больше. Давай дальний пас. Блин, зря это сделал. Ну, хотя, все равно мяч за нами остался, вроде как. Даже в этой ситуации. Жахаров, 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 ё-моё, ну, блин. Можно было чуть поближе подойти. Ты же один на один вышел с вратарем. Бычков.
на Пархоменко, вот, великолепно. Давай, 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 Пархоменко, Пархоменко, Пархоменко! Ну, Пархоменко, он уже подустал, это уже видно, что он еле-еле бежит. Да, тут все уже еле-еле бегут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что тут надо сказать? Все, защита уже не добегает. 10 минут осталось. И видно, что все уже подустали, игроки. И в том числе даже защита, которую я хвалю весь матч. Ну, а почему бы и не похвалить их, если на ноль играют? А вот нападение при обилии, таком обилии хороших моментов, забить только один мяч, это непростительно. Ну, не столь простительно, конечно. Это, конечно, не катастрофа, но тем не менее. Хотелось бы такой же феерии, как с Витязем 7-0 и с другими командами. Так, в меньшинстве будут играть игроки команды Долгопруды. Пархоменко, Захаров, блин, ну что ты творишь? Ой, так, мне это уже надоедает, хоть и 3 минуты осталось, но что-то тут в настройках не то. Захаров. Ну, это понятно. Пасы короткие. Угловые, высота подач. Где-то здесь было удары. Что-то я такого не вижу здесь. Ладно, потом разберемся еще. Вернемся к этому. Замены я больше... А, замены я могу еще делать? Замены я еще могу делать, оказывается. Тогда давайте поменяем. Сделаем некоторые перестановки. Я что-то думал, 3 замены всего-то, а оказывается их 6. Даже 7. Да? Давайте посмотрим. Да, 7 замен. Что-то какой-то странный регламент, честно говоря. Больше на товарищеский матч походит, но тем не менее. Угловой. А давайте тоже нажмем «бей». Услышит же. Захаров, ой, блин. Захаров, Захаров. Мог бы сегодня дубль сделать. Гол! Гол-гол-гол-гол-гол-гол! Ренат Жаханов! Ну, не... Да, Жаханов, Жаханов. Не Заханов, Жаханов! Молодчинка! Все-таки забил. Шабанов, конечно, красивый гол забил. Красивый. Ну и Жаханов тоже неплохой гол забил. Так, что у нас теперь по результатам? По результатам мы действительно на 1 очко отстаем от 2 места и на 3 от Олимпика Мтищи. Но мы им, собственно, просто проиграли. Надо это понимать. Но у нас еще будет игра в запасе с ними. Так, Пархоменко у нас звезда матча. Интересно, а кто-нибудь из игроков вообще попал в статистику, в эту, в сборную тура? Шестаков играет во втором дивизионе? Он же вроде раньше играл в разных клубах. Нет? Почему не показывает его возраст? Ладно. В общем, только Чимагин попал в сборную тура. Что странно. А Пархоменко звездой матча стал. Как-то странно, да.
Очень странно. Пермяки. Да. Забавные тут фотки, конечно. Антон Новиков. Вот, собственно, мы с ним делали. Я ему сделал предложение. Защитную линию укрепим. Укрепим. Так. Сколько ты хочешь? Давай поменьше зарплатку, потому что, ну, слишком уж много. У меня защита хорошая, в принципе, но маловато как-то. Так, подожди. Предложение. Правление откажется подписывать с этим игроком, если ваше предложение по зарплате выше, чем у других игроков. А. Ну хорошо, вот так вот сделаем. Все. Далее. Шахназаров Артур. Конкурент с Савиным будет у нас. Ну, как обычно, ему 14 тысяч и... Давайте ему тоже вот это вот пункт уберем. Мне не нравится этот пункт. Выплата за подписание. Дадим мы тебе 50, наверное, 55. Вот. Переходи к нам в клуб. Вавилов. Вавилов, ему 30 лет. Из Лады Тольятти. Ну, мы поменьше дадим. За подписание. За подписание, наверное, не будем ему денег давать. Потому что, ну, как-то боязно мне, что потом бюджет зарплат совсем снизится. Сделать предложение. Посмотрим. Может, поторгуемся там. Как-нибудь. Так, тем не менее, у меня предложение теперь от Литуновского. От арабского клуба Дагестан. Или... А, блин, это не арабский клуб, нет. Нет, это клуб Дагестан, да, это российский клуб, получается. Трансферная выплата. А что вы мне за трансферы ничего не хотите заплатить? Во дела. Ладно. А, процесс продаж, может, возьмем. Нет? Ну, подписать. Ладно, подписать, все. Так, Шабанов у нас травмирован. Ринат Джахаров забил первый мяч. Поговорим с ним. Поговорим с ним и скажем ему, что... Ты должен стать сильнее. А почему мы не можем похвалить его, что ты молодец, типа? Ладно. Отчет об травмах, символическая сборная, плата за трансфер. Все принято, да? Ну, отлично. Усиление нам очень-очень кстати. Особенно в нападении мы, нам бы тоже. Так, вперед. Следующий матч. Мы уже все сделали. Все необходимые замены. Начать. Покажите все, на что способны. И, дорогие друзья, у нас второй матч. Это уже 7-я попытка. Нет, не 7-я попытка. 7-й матч, который мы можем подряд выиграть. Да, да, да. Но чудес не бывает, поэтому надо стараться. Нужно своевременно давать какие-то команды, делать по ходу матча правильные замены. Ну и, конечно же, в перерыве найти
верные слова. Так, вперед, вперед, Комков! Жахаров! Давай, оправдывай свое место в основе. Пока что нет нападающих. Нет кандидатов даже на место Шабанова, в принципе, потому что, ну вот, Шахназарову сделали предложение Новикову. И Зарубин, ой, не Зарубин, Вавилову, да, по-моему. Вот, и все. Ну, это, в принципе, мы среднюю линию укрепили и фланги. Защиту. Надо бы еще нападение. Надо хорошего такого нападающего, чтобы всегда был какой-то конкурент. Потому что одного Жахарова не хватит. А если мы будем в ФНЛ участвовать, то там, конечно, даже Шабанова будет мало. Ой-ой-ой-ой, какого ты творишь? Это кто был? Амелин? Меняем его. Меняем срочно. Блин, так тупить, это просто невероятно. Блин, энергия, конечно, удручает. Ну, оно понятно, почему такие ошибки. Следующий матч, наверное, мы полностью заменим. И даже среднюю линию. Потому что все какие-то уставшие. 13 минут сыграли, уже энергия совсем иссякла. Это очень странно. Ну, конечно, мы все матчи играем на полной самоотдаче. Ну а что делать-то? Надо выходить как-то, надо ж серию продлить. Победную серию из 7 матчей. Это 7-й матч. Вперед, Комков! Жахаров! Блин, что вы творите, ребята? Что вы творите? Блин, хуже стали играть. Ну что тут говорить, да? Ну и все очевидно. Мы же только что смотрели состав. Блин. Обводи. Ребята. Ну, конечно, искусственный офсайд и все дела, но не надо вот этим вот злоупотреблять. Пархоменко. Ну как же так? Мог бы пас отдать. Направо, налево. Налево надо было пас отдать. От него, конечно. Выбей мяч, блин, 1-0 в пользу Сатурна. Ух. Блин, как же Шабанова не хватает, потому что Жахаров, он все-таки резервист. Ну, как бы игрок замены, вот так вот сказать можно. На весь матч, я боюсь, его не хватит. И опыта ему не хватает, и все такое. Дай пас, дай дальний пас. Вот, молодчинка. Дальний пас. Зарубин, что ты делаешь? Охренеть. Выбей мяч. Антонов. Чимагин. Бабошин. Пархоменко. Дальний пас.
Молодец! Бей! Да блин! Какого хрена? Почему ты не подошел ближе? Сейчас меня удалят, а? Блин, ну еще первый тайм даже не закончился. Ну 1-0, это, блин, совсем не дело. Я понимаю, что сейчас погода еще такая тут дождливая и все такое, но в равных условиях-то играют. Конечно, в первую очередь энергия. Энергия и физика сейчас главные причины того, что они могут забить, но... Я знаю, что в реальной жизни бы... Говорили бы... 1-1, Пархоменко! Да, действительно, говорили бы о погоде. Ой-о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 й, защита, защита! Возвращайтесь! Ух. Блин, защита вообще... Просто блеск. У всех энергия уже совсем на исходе. Перед матчем совсем другое было. Зарубин Пархоменко. Блин, зачем дальние удары делать? Нахрена дальние удары? Рискованно. Угловые, высота передач, места навесов. По флангам направление. Удары по воротам. Вот. Удары по воротам. Пусть будут вот такие. А, вот это удар от ворот. Это удар от ворот. Это не по воротам. Так-то да, пусть будет длинный. Я не спорю. Прессинг повсюду. Пасы. Рискованные. Места навесов на линии. Угловые. Высота подач. Как-то странно. Роли. Жахаров. Серия пенальти, штрафной капитан. Это все не то. Ладно. Ай, опять дальний удар делает, а? Ой, как же их отучить от дальних ударов? Так, у нас теперь... Перерывчик. Можем поговорить с игроками. Похвалить, мотивировать. Так, ну давайте вот тех, кого энергия... Сделаем массаж. Вот, сделаем массаж. Жахарову сделаем массаж. И все. Стоп. А, ну да, Савин-то у нас в основе играет, да. Сделаем мы еще замену. Я так думаю. Марокова выпустим. Пусть попробует. Ой, блин, я ничего не сказал им. Забыл я им сказать. Вот так вот тренер тренирует, тренирует команду. Пришли игроки в раздевалку. Такое, ну... Блин, забыл я вам, ребят, сказать пару слов. Сейчас офсайд был, ну, я видел, что офсайд, в принципе, поэтому... Я все понимаю.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, защита! Пас вперед. Вот, вот, умница! Просто умница! Вперед, 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 вперед! Гол! Гол Ринат Джаханов! 2-1! Это супер-супер-супер гуд! Чимагин! Савушка! Пархоменко! Вперед! Вперед, Жахаров! Ну, молодец. Вот главное, что не бил с дальней позиции. Ну, конечно, стандарты желают, оставляют желать лучшего. Ой-ой-ой-ой, давайте, берите его. Надо же перекрывать. Жахаров! Умница, Жахаров, умница, просто умница! Старается, старается. Вот не зря ему массаж сделали. Теперь заиграл. Заиграл, видно. Видно, что хочет вас снова. Видно, что хочет потеснить Шабанова, пока у того травма. Так. 60-я минута. Мы на второе место пока выходим. Ну... Матч, конечно, такой. Не то чтобы прям валейдольный, но... Боязно, боязно мне за результат. Жаханов! Блин, надо было пас отдать вот здесь. Ну, надо кнопочками еще пользоваться. Да, там надо было пас. Я вперед. Я думал, просто он сам побежит вперед. Он бы мог бы сам побежать вперед. Ну, почему-то отдал передачу. Как-то странно. Вот почему-то у команды оппонента, вообще неважно даже какая команда, у них стандарты чуть получше. Они и стенку... как-то обводят. Ну, в общем, при любом раскладе получается, что... удар по воротам наносится при стандарте. А у нас же в лучшем случае не потеряем мяч. Где-нибудь в середине подхватим его. Так, у нас удаление. Серьезно? Подожди, а как так получилось? Да, действительно, у нас удаление. Ну, тогда будет у нас играть... Комков вот здесь. И Герасимов Комкова заменит. Ну и давайте выпустим Анисимова. И Моисеева вместо Игонина. Я думаю. Юсупова. Игонина, да. И все, вроде бы, да, всех мы заменили. Быстров еще. Вместо Чимагина пусть будет. Тоже уже подустал, видно. Четыре замены. Ну, вратаря, соответственно, мы менять по ходу матча не будем. Ребятушки, надо поднажать. Молодец, Антонов. Герасимов только что вышел на замену и отдал такой вот нелепый пас.
Сейчас выбей, просто выбей. Выбей. Блин. Ну, ладно, все, нормально. Мимо ворот. Зарубин. Так, дальний пас, дальний пас. Молодец, на савушку. Блин, меня выгнали. Все. Ничего я уже здесь не поделаю. Даже замены не сделаю. В общем, блин, блин, блин. Молодец, Антонов. Молодец, Антонов. А мы сделаем быстрый расчет. В общем, 2-1 мы выиграли. Отлично. Закрыть, закрыть. И лучшим матчем, лучшим игроком матча стал Пархоменко. Давайте посмотрим статистику тура. И Пархоменко, кстати говоря, вошел у нас в сборную тура. Ну и результаты. Какие у нас результаты? На второе место мы переместились. И это уже получается 7-я беспроигрышная серия, да? Да? 7-я беспроигрышная серия из 7 матчей. 2 матча мы, конечно, проиграли. А если бы не проиграли бы их, если бы 3 очка... Да, 6 очков бы набрали бы, то 4 очка бы отделяло. На 4 очка бы опережали бы Олимпик Мтищи. И правление, что нам скажет? Руководство довольно работой, еще бы. Ой, сколько тут у нас новостей пришло, ни один клуб не заинтересовал. Так, Вавилов нам не перейдет, ну и хорошо, потому что мне показалось, что... О, не, предложение пришло. Бабошин дисквалифицирован на 2 матча после удаления. Вы согласны с решением контрольного комитета? Нет, недоволен. Не согласен. Наступен новый объект. Хорошо. Кстати, что там у нас с личкой? Надо посмотреть, тренировочку сделаем. Предложить свадьбу? Нет, по-моему, рановато до свадьбы. Так, что еще мы можем сделать там? Карьера. Учить. Да, у нас тут испанский учится. Трансферный рынок. Вот, трансферный рынок. Давайте посмотрим нападающего. Нападающего только реальные трансферы. Вот. Здесь, так, уровень минимальный 60. Ну и что нам предлагают? А предлагают нам, конечно, не самые лучшие варианты. Кстати, давайте из ну хотя ладно. Давайте талант, вот талант еще. Может, был такой вот талант был. А таких нет. Ну вот, тогда вот таким образом. Тоже нет таких. Ладно. Хотя бы вот такие есть. 2,5. Да, есть, 2,5 есть. Самый это Мухтаменшин. Мухтаменшин Руслан. 34 года ему, ну, блин, нет, нет. 34 года слишком много. Спартагогниев! О, ему 35. Ну, просто Муткаменшин менее известен, а вот Спартагогниева я больше знаю. Бажев. Мы, кстати, его хотели купить. Бажева, Амира Бажева. Можем попытаться. Да, да. Я, пожалуй, сделаю предложение Бажеву. Сделаем предложение прям вообще
Вот такое. 20 тысяч. Ну, все, в принципе. А, ну и давайте левого полузащитника. Левого защитника. Тоже посмотрим, что тут у нас есть. Хамел. Стивен Хамел. Хамель. Самсонов Артем. И Медрано. Ну, конечно, мы возьмем Самсонова. У него и зарплата пониже, и все такое. Не в восторге он присоединение вашему клубу. Почему это? У него хороший клуб. Так, делаем предложение. Вот так вот усилим мы свою команду. Принято, принято. Сейчас у нас будет симуляция недели. Вот интересно. О, уже можем даже поговорить насчет контракта. А, блин, ну ты, как всегда. Как всегда, вот игроки хотят такую огромную зарплату. 14 тысяч тоже на дороге не валяются. Так что и так сойдет. Перейдешь к нам. 60. Все. Окей. Бажев. У него тоже запросы огромные. Посмотрим, как ты еще будешь играть с такими запросами. Блин, а этот-то хочет сколько? Нелепо. Сделать предложение. Знамя достигли соглашения. Соглашение. И тут тоже достигли соглашения. Замечательно. Но они, конечно, перейдут к нам зимой. Вау. Прикольная вот эта статистика. Конечно, я не особо понимаю, что она означает. Но это прикольная статистика. Так. У нас, по-моему, вот эта неделя вся была свободная. Уже октябрь месяц идет. Начинает переговоры. Армавир переговоры начинает с Малышевым. Вот не знаю, Малышева бы я бы, наверное, не отдал бы. Ассоциация спортивных арбитров. Контрольный комитет решил уменьшить срок дисквалификации для Бабошин еще на неделю. Мы еще раз все взвесили и пришли к мнению, что сначала мы приняли слишком жесткое решение. Поэтому мы все пересмотрели. Серьезно? А, Зенит Москва! Я подумал, мне Зенит Санкт-Петербург предложил работу. Не, ну я бы не перешел бы даже в Зенит. Нет, я хочу этот клуб развивать, Знамя, Ногинск, чтобы уже прям конкретно достигнуть какого-то, чего-то достигнуть с маленьким клубом, а потом уже думать о каких-то более крупных предложениях. Ну, вряд ли я в российский клуб какой-нибудь перейду. Это, скорее всего, в другую страну. А потом уже, может быть, с возвращением, как бы, да, вот. Только в таком плане срочно требуется защитник. Предложил Авангард и Курск. Предложил 1200 знамя Ногинск за Владимира Малышева. Контракт Малышева истекает в конце следующего сезона. Предложенную сумму эксперты оценивают как минимальную стоимость игрока. Мы получили предложение... Я вообще-то не получал предложение. Где предложение? Это не выходит никакого окна. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, этот выпуск вам понравился. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, оставайтесь с каналом Евгений Лайфплей. Всем удачи, до новых встреч!